Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас не очередной выпуск и очередной китайский клон на Лего, а точнее это клон на серию Лего Hero Factory от фирмы KSZ. На коробочке у нас вот такой вот мощнявый робот, которого зовут Next. Также на коробочке есть пометка о том, что тут есть какой-то бонус для игры. Сейчас мы откроем и посмотрим. А пока давайте посмотрим обратную сторону коробки. Тут у нас изображены роботы из серии и особенности нашего робота. Стреляющая пушка, маска, наручники. Ну, давайте откроем и посмотрим. Вот у нас такой огроменный пакетик с детальками. И инструкция. Вот у нас такая вот подобная инструкция. Тут также есть вариант объединения двух фигурок. Собираем. Детальки нормального качества, без подтеков. Есть немножко захолзенец, но в принципе нормально. Итак, у нас получился вот такой вот супергерой. У него есть интересные примочки. И вот такие у нас наручники. Можно арестовывать бандюханов и всяких космических гангстеров. Дальше у нас есть мощная плазменная пушка, которая стреляет сгустком зеленой плазмы. Для этого надо нажать. И вот так вот надо сжать. С другой стороны у нас мощная рука Аза. Также она похожа на щит, потому что у нее есть много брони. Сзади у нас, к сожалению, нет никакой брони, поэтому задом лучше не поворачиваться. Ну, друзья, можно сказать, китайские производители сделали довольно-таки и нормального клона на Лего. У робота хорошее соединение в руках и ногах. Также нормального качества детальки. Так что можно смело покупать их. Ссылочку на товар смотрите в описании. Спасибо, что смотрели наш обзор. Не забывайте подписываться и ставить ваши лайки. А пока-пока!